Сегодня депутаты Государственного совета Чувашии рассмотрели изменения в закон о республиканском бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. Доходы под конец года увеличились на 367 миллионов рублей. Министр финансов Михаил Ноздряков представил документ и рассказал, за счет каких поступлений растет республиканская казна и на что их потратят. С учетом изменений, бюджет в 2013 году составил 35,5 миллиардов рублей. По данным Минфина, рост 18%. В этом году республику ждут дополнительно безвозмездные поступления средств. Из второго транша в объеме 40 миллиардов республика получила дополнительно, как я сказал, выше 609,1 миллиона рублей. То есть общая сумма на эти цели составила 989 миллионов рублей или 49,8% от общего объема средств, необходимых на дополнительную выплату заработной платы. По оценке Минфин России, обращаю внимание, доля 49,8%. Кроме того, поступят средства на поддержку агропромышленного комплекса, на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. 5 миллионов рублей направят спортивным организациям, которые готовят резерв для сборных команд России. 31,6 миллионов поступит в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы. Также дополнительные средства предлагается направить на предоставление жилья детям-сиротам, на поддержку сельского хозяйства, на строительство и реконструкцию объектов физической культуры и спорта. В целом парламентарии поддержали предложение Минфина. Воздержался только один депутат. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика.